нужно урезать все расходы на 3/4. На 3/4? А что ж тогда останется? Настя, прости, нам срочно нужно поднять цены на розничную торговлю. Я обзвонила сеть булочных. Ходи уже, Анюта. Что случилось? У меня компьютер завис, и ни один файл не открывается. Господи, как же я вас всех люблю-то. В прошлый раз Гриша помог. Ну так обратись к Жукову. Рита, Гриша пришел? Шел-шел, да не дошел. Да, компания «Семья». Что? Аня, пойдем в другой раз зайдем. А как у вас кремовзбивалка сломалась? Без нее же ничего невозможно. Вы понимаете, что все производство встанет? Ты знаешь, у меня никогда не было опыта развода. Как думаешь, это просто? Что говорить? Как сообщить? Ну, я думаю, в таком случае говорится, действуй по обстановке или сразу в лоб. Да, ты права. Глупый разговор. Конечно, ей абсолютно все равно, что я ей скажу. Ей да. А тебе, к сожалению, не все равно. Почему она не звонит? А я знаю почему. Потому что ей наплевать, где я, что со мной. Гриш, но если бы она знала, где ты. А как все красиво начиналось. Не могу поверить, что мой брак закончился вот так. Тоскливо, горько, страшно. Гриша, ну ты чего? Тебе же со мной тоже неплохо. Нет, не могу поверить, что все закончилось. Ну что-то закончилось, что-то только начинается. Еще одна приятная новость. Из строя вышла кремовзбивалка. Всех поздравляю. Главное, нашла время, когда выйти. Почему это происходит именно сейчас, когда нам нужно вылезать из этого кризиса? Когда тендер накануне. Позвоните в сервисное обслуживание. Нет, не надо. Найди мне, пожалуйста, телефоны сервисов. Дай документы на эту злочастную кремовзбивалку. А я могу быть чем-то полезен? Может быть, я возьму эту проблему на себя? Вы, кажется, первый день на работе. Вот и вливаетесь в курс дел. Точно ломаете дров? Нет, ну я просто искренне хотел помочь. Тогда помогите Ане с компьютером. Как скажете. Хотя вообще-то меня брали на должность заместителя генерального директора. Вы хотите указать мне на то, что ваша должность выше моей. Вы это сделали, молодцы, Валентин.